женой. Вот так. Какая разница? Типа похуй, так интереснее. Разницы особо нету, как мы бегаем. Батя, суманешь там? Так. Что? Начинается, ебать. Надо, Юля, тебе груда не бисовый с МП5. И шея бисовая, блядь. Юля, блядь, ты теряешь мод. Спасибо. Каких-то бомжей призвал. Кистевое? 1,5. Хуета нахуй. Ну, у энхов на нету. Сам по мне, ну, не пойдет. Да какое, блядь, ну даже на РНХ говно. Вообще говно кистевое 1,5. Прям вообще дерьмо нахуй лютое, блядь. Хоть бы второй сокет заебашили туда. Блядь, и башка бисовая на Юле нахуй. Чё, где она там, блядь, ходит нахуй? Я не знаю. Сейчас оденется в хосту. А ты сейчас стринька выпадет с этого. Босс. О, Холли, тут братана твоего призвали. Слышишь, иди сюда быстрее. Ну, а все тут, блядь, из кастеров, подождите. А ну иди, может, ты его лутануть у него сможешь, что-то. Вроде все, да. Благодар. Включай. Холич, быстрей, тут моб ходит. Ты ходишь тут, иди сюда. Нажал, надо кому-нибудь меткость? Прям коготь, нахуй, чисто, блядь. Хера себе, мощь. Это кроль, блядь. Бате надо. Ну, бате перелив. Ну, если меткость добивай. Давай, блин. Болтарь посох получится. Блядь, и сапоги бисовые на Юлю, нахуй, выпали. Блядь. Чё ты врёшь? Не было никаких сапог. Бо бисовые выпали, блядь. Вот, только что линканул, блядь. Бисовые сапоги на рэтэ. Смотри, бисовый грудак, блядь. Бисовые... Я отсюда полбисовая выйду. Ну, смотри, шея, блядь, с хостой бисовая просто. Ну, подумаешь, спирит, ну, похуй. Так что, Юля, теперь... Так мне одевается паладин. Два косаря хаски. Смотри, какой крутак охуенный. Крит хулипал чисто будет. Ну вот, смотри, ну, блядь, ну этого я считаю бис, Юля, блядь. Вот смотри, хосты 100 дает, да? Три гнезда, нахуй. И еще МП5 сверху, чтоб по мане не кстати, сажал. Кстати, грудак очень хороший. Так я же тебе о чем говорю. И шлем заебись, он такой же, смотри. Все, точно бисовая выйду отсюда. Ебашить буду. Че, давай я, блядь, танкану этого пидора. Не хочу агрить мобов с анцепадом. Короче, тут знаете, как делали? Иди танчи, похуй. Да, а, да, нет, все, мы же его убили. Короче, мы тут вот туда направо ходили, и два друида в инвизе, короче, как киллзону, или как, которого мы убивали, диспелили. Чумач быстро получает. Если типа два инвизера есть. Умираешь у стены? Как раньше, багали? Понял. Блядь, поехали, дремич кто-то. Блядь, у меня яды закончились. Ёбаный в рот. Я думаю, что за хуйня? Заебись ты, дермич, полетел, брат, нахуй. Нихуя себе. Ты, блядь, идеальное место выбрал, нахуй. Обходи, веди к нам, ты сейчас там умрёшь, блядь. Сука. От хохма, блядь. Дермич, блядь. Все бывает в первый раз, блядь. Я думал, его запулило, блядь, в начало инста. Правильно, нахуй, туда их куда-нибудь поплотнее, блядь.
Блять, термично. Дермич, это как экзамены, блядь. Тут тоже немножко думать надо, куда становишься. Но они ж откидывают. А ты стал там маленькое пространство. Такое. Ну, кстати, ты первый открыватель. Вот сколько хожу, ходил в Золован, типа, на нескольких серверах этого проекта, скажем так. Первый раз вижу такое. Что, второго привезти? Беги. Чё там за мобы, кстати? Чёлка? Змеюка. В смысле, я кольцо не ролил? Я же сказал, забирай. Че, осталось в сундуке кольцо? Ты серьезно, Вальмар? Блять. Че, реально? А сундуки сколько стоят? 5 минут, да? Ну, уже пропал. Так я ж тебе сказал, забирай ГЦ Вальмара. Блять. Да похуй, хули там 2 стата, блять, прибавится. Сейчас посмотрю, остался сундук там или нет. Блять, он еще остался. Там есть сундук. Ну, пошли. Пошли. А тут как-нибудь, блять, пролезть можно, нахуй? Вряд ли, блядь. Ща, блядь, будем покорять. Холич, иди мне левитацию дай, нахуй. Мне кажется, я, блядь, сейчас тут. Он отфукашит. Вальмор, дай мне левитацию. Иди сюда. Дай мне левитацию. Только не сразу кидай. Сейчас кинь. А попробуй скачок нажать. Ладно, тут это... можно в инвизе пройти, я попробую. Ридарское дерьмо надо заюзать. Не-не. Блять, Эридарский, блин, мне кажется, работает. Туда, прям на лестницу, нахуй. Не, нихуя не работает. Уж, может, Гэма позвать, блять. Может, он нам отдаст? Забудь. А не, стой. Ладно, попробуй сейчас в инвизе пробежать, ну. Нам что делать? Ждать вас? Да, ждите, может, не торопимся. Блять, а как тут пробежать через этих мобов? Ладно, сейчас подожду, вот Аниш. Смотри, сейчас. Сейчас попробую пробежать. Я в коте хотел, сагрил их, они меня быстро убили. Тоже скинуть. Не, я пробежал нормально. Правда, я, блядь, потратил все спринты, нахуй. Это прям вообще как-то не очень айс. Секретная миссия, нахуй. Блять, вот. А блять, а тут же с глазиком моб, нахуй, по-моему, не? Или их убрали? С глазиком были. Вот тут вот эти мобы с этой пачки, по-моему. У тебя ваниш есть? Ну, у меня ванишка держится каждые 20 секунд, блять, типа. А, ну заебись. Кто рычит, нихуя себе? Ты дойдешь? Да я вроде дошел уже. Да не, подожди, Вальмар, он дойдет сейчас. Блять, мне вообще спринты на самом деле лучше подождать. Ну долго ждать. Ладно, похуй, еще попробуй так обойти. Ваниш есть, если что. Все, заебись, я прошел. Нормально.
А где сундук? Что-то не вижу. Был он там, я только что смотрел. Он маленький. Так, а есть? Дживс или что-то есть? Тебе повезло, Вальмар. Оно осталось. Где ты там, Вальмар? Тебе дамал сразу. Дживс будет? 15 минут. А, ну тогда суманите плюсы быстро. Ну теперь точно ГЦ. Второй раз уже. Суманете сейчас, я ничего не услышу. Мы, кстати, второй раз уже кольцо забываем. Я помню, с Халази тоже кольцо, сука, забыли. Я, по-моему, так же. Это во втором было, по-моему, рейд. Говорю, типа, забирай, нахуй. Он тоже не забрал, там кто-то, я не помню. Че, давай дербищу, ДД. Так, короче, Серега, послипаешь эту пизду, скользь, вот эту твою любимую, эту змею, блядь. Настя, сапы просто божественные надо, вот прям вообще без перерыва, нахуй, в ром. Чтоб она даже пукнуть не успела. Все, на остальных похуй. Но я могу побанить этого. Холич, давай там в Хелас пекайся в пизду. Кого? Не надо банить никого. Суманите чего, плюс. Кого ты там забанишь? Там, а, элементали? Шкаф. Да, это болотный ловец бесполезный. Похуй на него. Турга можно чисто пошипать на самом деле этого. Шкафушка. Вихрь. По мелизоне, чтоб не ебаш. Да. Блять, тут мелихосты только не будет, сука. Хуёво. Ладно, похуй. Поехали. Баф, кулачок мне надо, там, стаминку там. Я бафрюки не открываю. Рыба стоит уже давно. Кулаки по друидам. Мы сразу турга заливаем или просто босс? Босс бьемся. Просто босс. Где вы его держите? В центре. Вот где-нибудь тут примерно. Напоминаю, лужи не кидайте перед применением его способности. Лужи кидаете, когда там я разрушу, короче. Блять. Турга, ты говоришь, да? Турга, ты говоришь, заливаем? Не, турга шипнет, нахуй. В шипе будет двигать. Похуй. А, тург, блядь, тургу похуй на шип. Он что-то в шипе побежал к нам. Ладно, похуй, турга забирайте. Я тебе на пол дам немножко. Сейчас его ешь. Вот. Да. Все, похуй ей. Так, бьем и все. Скользь. Скользь. Батя, с Близзарда выходим. Ну, огненный такой ливень. С него выходим сразу. Проклятие свой, да? Проклятие ж диспельте. На, проклятие диспельте. А то ебанет нахуй пиздец этот рок. Охуеть. Ливень, милики, 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 снимали. Заебись он, блядь. Ебанул его под конец, конечно. Ага. Там поди прошел он уже. Так, лужу не разливать. Смотрим, лужу, если кидается, с лужи выбегаем сразу. Это милика касается. Лужа, вышли. Настя задевает лужу, умрешь, Настя. Лужа еще одна. Вышли с лужи быстрее. Ну, ребят, ну выйдите, ну что вы делаете? Ну, блядь, ну... Пиздец. Падайте, диван дайте. Нет. Ой, господи, блядь. Юля, а ты зачем в Мелизону побежала? Ману регенте. Думала, ну, что вторая лужа кинется.
Когда он берет способность паладина, не беги никогда в Мелизону. Это тебе на будущее. Никогда. Во-первых, эта лужа бьет больно там по... Что-то по 13-14 тысяч одним тиком. Почти по 15. Босса дальше отводи. Не стесняйся. Кстати говоря, я этих мобов вот серых, которые там, ну, стоят на лестнице, получается, и там проход между ними маленький с двух сторон, даже без ваниша прошел. Ну, типа, ваниш, когда я просто нажимаю, мне там на 9 секунд улучшено, типа, незаметно вся хуйня. Мне, да. Мне вот хватило одного таланта камуфляжа. У меня, типа, вкачан один на 5%. Ну, я даже не стал пробовать, меня точно нашли. Я думал, ну, придется ваниш нажимать, чтобы типа пробежать, а без ваниша пробежал нормально. Дискон, что ли? Какой-нибудь. Нет. А что у меня зависло? Ну, здесь меня слышно, да? Угу. Не дискон. Сумонимся. А, ну Вальмор, он тоже пишет, сервак завис. О, отвисло, кстати. Нихуя себе, блядь, залагало нахуй. А, и пинг нахуй, 300 сразу. Охуенно. Сука, высерус, блядь. Тупо, короче, было все заебись. Ничто не предвещало беды, короче, и так вот. Хуяк нахуй. А чё, нету ни у кого Дживса? У Насти только. У Насти КД вроде. У меня что ли? Ну давай, давай. Войд, давай как-то адаптируйся, я не знаю, танчи и контроль это вскользь, я хочу понять. А, ну ладно. Справишься? По-моему, сейчас два моба на мне было, помимо босса еще. Турка это. Да похуй, да это хуйня, я ж напуливаю, несы, блядь, чё ты палишь? Не, я несу, я просто думаю, может ты нахуй их контролишь? Да их не надо контролить, не. Блядь, они бесполезны. Главное, не, Алису эту и скользь надо контролить, они противные. Ну, Алису хилит дохуя, а скользь нахуй там яд стакает. Хуёвая тема. Найди, хавайте рыбу в клубах и поехали. Ну, ребят, давайте быстрее как-то, блядь. Я хотел там за часик закрыть эту хуйню, съебаться, а мы уже тут сидим долго. А, у меня опять зависло, кстати. Походу мы наигрались, я так понимаю. Здесь слышно меня? Ага. Да, слышно, слышно. У вас там на форуме, я же форум лазил, у меня тоже с пингом беда. А там пишут, что Беларусь ГГ. Да у меня вообще ебить, вот я тоже с Белоруссии, но, блядь, вчера, допустим, меня вообще в принципе в игру не пускало. Интернет, все есть, все заебись, а в игру не пускало. У меня тоже такая хуйня вчера была. А через 2 часа меня пустило в игру, блядь. Да-да, вот так же было, как ты говоришь. Ну я в Сибири, блядь. Сейчас вроде все нормально. А пошли там за ломаном, у меня пинг резко все прыгнул. Не знаю, у меня все заебись было вот до этого момента. У меня сейчас 27 пинга. Бальморов кач.
Мальмора готов. Серый, ты готов? Да, я уже готов к контролю. Ты у меня бегаешь на одном месте просто. Ну, контрольте, поехали. Нет, это у тебя глюк. А, ну... Ты завис. Я понял. Так, лужи сейчас нихуя не льем, ждем, блядь, способность. Можете лить. Сейчас Юля блайнд фигу нахуй. Мне. А не, чувак. Отдохни, братик. Угу. Так, лужи не льем. Ловца забери. А, его забанили, окей. Так, лужи аккуратно. Смотрим, убегаем сразу с лужи. Пока не води, блин, жди. Я готовлюсь к тому столбу. Лужи вышли, отводи. Угу. Все, молодцы. Лужи опять вышли. Блять, вторая не пропала. Ты вводи к двери, да, от мобов, блять. Близким к мобам подводишь. Все, ставь его обратно, где он стоял. Быстрее, пока он способность начал поставить. Там лужа слева осталась еще, все пропало. Опять смотрите аккуратно, паладин. Крылья. Забери, Благодарк, быстрее. Чарократный жми. 50% урона халявно. Лужи вышли лужи быстро. Крылья, забери Благодар быстрее. Угу. Вальмо, нормально. Можете лужи лить всю хуйню. Охуеть, нахуй. Минус ЕП в Альморе. Минус, блядь, яды, нахуй, почти, блядь. На последней секунде успел обновить. На следующее уже Shadow Protect надо будет сжать. Настя. Ну, на следующую хуйню. В Айфюре прохи. Опа, лови, блядь. Готовься настежать. Так, лужи сейчас не льем, ждем. Сейчас способность будет. Настя, жми. Эмана тьму. Все, заебись, можете лужи кинать в хуйню. Друид самый такой френдли, типа, считается. Войд, закидывай инер. Ага. Ну, ты тогда щиток мне дай. Снимайте этот жизнецвет ебучий. Это же диспелец.
Дай массакру. И прохил. Мемора поднеси. Прист. Френдли. Почти. Может вернуть только. Юля, на следующую ману тьму дашь, если будет. Может не будет. Настя, дай тьму. На каст поставь вам. Ну, не будет нормально, бля. А, не, хильнулся еще. На 30 кусков, нормально. Бах. О, нихуя себе, нахуй. Нихуя себе лут, нахуй. Маску я возьму, нахуй. Че, ролить кубик сжать, да? Ну как хотите, можем так разролить, можем по кубику. Давайте кубик. Окей, я маску. Просто там кто-то отказался. Я кубик нажму туда. Два теньки, это жестко. Масочку я возьму, нахуй. Она мне сейчас зайдет, охуенно. Крит. На конце с маской. Что? Кто выиграл? Батя. Батя, Талик. Батя, а этот? А еще одну? Маску я. Маску. Хорошая триня. Дай потестить. Блин, а я потещу сначала, блядь. Не давай, ну, а то она уфнется и все, не заберешь. Ну, да, ну, можно потестить. На. Носи на здоровье. Да мне только потестится и закрытая почти. Нет, за удаю. Поношу. Да на, пожалуйста, ну. Я выкину нахуй. Блять, да. Нет, вы. Хорошо. Кирилл, блин. Мне кажется, Войд говорит, я хочу Зюльдина потанчить, не? Или мне послышалось? Не, я могу, в принципе, блядь. Взять кому-то? Дермич получше будет, у него Т4 есть, сейф на рейд. Зачем ДД шмот? Да на пула хватает отроги. А, то если есть ДД-3, не напяливай тут босс. Нету, у меня на кота 3 нету. Чё, дермище или я? Какой нахуй, блядь, давай дермище это. Подожди, хуйня получается какая-то нахуй. Не, давай я себе кисе в сову пизду нахуй. Без крита и получается, и без эти, блядь, милихосты нахуй. Хуйня ебаная. Ну да, ДК 2 бафа дает. Блин, вот теперь дермичу танчить придется. Эх, не повезло. Ну так по бафам самое заебись. Танчи, дермич. Я танчу. Танчи, дермич. Да не, ну давай, похер, мне вообще похер. Там милики не дохнут. Там, дермич, там, короче, когда ты, это, летят вихри на нас, ты незыбку даешь. И потом, когда они отталкиваются, ты на зеленую власть переключаешь и просто бегаешь по зеленой, и все. Ладно, все, в пизду, пускай Серега танчит, все. Дремич, пускай. Да там нехуй танчить, ну ладно. Нет, а что, хосты? Хоста у дермича есть, нет? Когти? Нет. А, ладно, похуй. Юля. На перед третьей фазой все в крест бегаем. Юля. Все, поехали. Куда поехали? Чего поехали? Это. Вы куда? В какой угол встаете? В крест. Окей. Блять! Даю. Юля, отойди дальше, пожалуйста. Дайте ребаф в пороге. Себя прохит.
сука, выпад не нажал. Ау. Печенька для фазы мишки? Да. Именно так. Здесь пал. Уходим. Отбежали в крест. Отбежали в крест. Крест, крест, все быстрее. РТД переводите. Никто сейчас не бьет после того, как переведем. Диспел, диспел, дай. Айсбаунд. Массакра, бабл. Ну сейвы, ну чё за хуйня? Почему вы не жмете свои кнопки? Ясно, нахуй падайте. Ебакнуться, блядь. Ресни тебя бил. Полминут. Юля, там когда фаза начинается, нажми, пожалуйста, бабл массакра и хиль максимально. А, да, да, я просто вкашила, когда вы тут начинали, вообще не била с вами. Хуета эта маска, блядь. Что-то она как-то прокает по-ебанскому. Давай, я потещу. Сейчас дам. Ну, она хуже. Реально говорю. Блядь, был бы прок на АП, сука. Цены бы ей не было, этой маски, блядь. Даже с хуёвым проком. На что это на мой знак? Да не будем, не дамажит эти угли. Помойка. Наставляй себе и носить точно не буду. Не думал, прок нормально. Хуета ебаная.
Вот с медальоном я бы, блядь, с оперы, который побегал бы. Тебе она тоже не пойдет, потому что... Да, спасибо. Да нахуй эту кару, в пизду, блядь. Нервы дороже, нахуй. Ебало в рот эту каражан этот кончик. Давай СС на кого-то кинуть. Я не знаю, на кого кинуть. Я умер случайно. Ну, типа там, прям... Ну, я не умру больше. У меня почему-то ложный выпад не нажался. Тогда я на свое усмотрение. Не, ну хуйня на мутика. У меня урон от ядов зависит от АП. Типа, у меня хосты и так дохуя. Поэтому как бы... Ну... 3, 2, 1. Шиде на мне точно. Спал. Не спал. На кошне жил. Меньше пол, меньше процента. 0.3. Отбежали крест, отбежали крест. Баба массакра. Прохиливаемся, живем. Я не понимаю, почему так все плохо. 30 секунд, 20 секунд БР у меня. Сейчас смотри, у Чивавы, ну, кого резнуть, короче, тебя? Да, тебя, ты больше дашь. Тринадцать секунд. По-моему, на себя частицу, да, перекинуть надо? Можно, да. Иди бей по тебе. Рисую. Окей, дайте ребаф. Да мне особо хуярить нельзя, видишь, как дамажит.
звездопад дал. А кто перехватит у него, чтобы он лока резнул? Интересно. На. Дермич подать бант. А, там же он ставит, там же рысь. Нормально, там можно резать. Последнем проценте можно что-то кинуть. Я тебе, короче, иннер слил. Остался только Серегин иннер. Он там, если умудрить. А, у него 30 секунд. Термич, почему ты не можешь, блядь, нажать избаунд, сука, и забрать? Сука, я не знаю, вы, блядь, первый раз тут или что, нахуй? Что за хуйня вообще происходит? Дайте паску хотя бы. Почему, блядь, первые разы, сука, я вас просил? Holy shit, блядь, Void Fury, нахуй. Когда, блядь, эта перифаза начинается, вы стоите, блядь, тоже формы килла, блядь, используете, нахуй. А не стоите АФК, блядь. Нажал дубовую кожу и пошел помогать хилить нам. То же самое, диск кинуло, блядь. Этот, блядь, холиного ебать по спаме. Уже профит, нахуй, пиздец какой. Бомжей, дай. Под ебалом не стоим, напоминаю, дракона. Сейчас стол будет первым. Столб. Забагался, походу. Мили, серый в тебя. Блэкдарк, блядь, чё ты ФК стоишь? Да вы, блядь, что, вообще совсем нахуй въебались, нахуй, или что? Войд. Пиздец, блядь, просто стоит, кастит, нахуй. Но похуй, блядь. Еще один сейчас стол будет. Надо на массакру давать сейчас. На следующий этот вихрь. Блядь, я уже дала. Сорян. И Настя мертва.
Забирай огонь, будешь давать огонь сейчас на следующую эту хуйню, когда вертелка будет. Сразу же мимо. Будет больно. Серого прохил. Столб. Они. Пизда, чуть у меня такие смахуй. Меня, блядь, набило. Ужас. А меня убило, а не столб ведь. Я ненавижу эти столбы. Тут удобно. А, вот залупа. Блядь, камеру отдалил. Ну не вижу, ладно. Этот столб меня кидается, и все тут. Два типа. Ну, цель не меняет, видишь, там непривычно. Ну, не видно, как-то и анимация такая вся. Угу. Красиво все распылилось. Все, давайте удачи.